Пейзажи, натюрморты и цветочные композиции на холстах. На курорте прошла юбилейная выставка местной художницы Ирины Ситцевой. Родители хотели, чтобы Ирина стала музыкантом, но вместо нотной тетради она взяла в руки краски и кисть. С отличием окончила художественное училище, после работала художником-оформителем. Переехав на Кубань, художница устроилась учителем изобразительного искусства в школу станицы Анапской. Там и написала собственную программу обучения, чтобы ученики не только получали последовательные технические навыки в рисовании, но и научились фантазировать. Я вообще не знала, что я смогу собрать столько работ. Я в основном их дарила, и здесь очень много работ, которые я собирала. Вот здесь все многие стоят, чьи работы висят здесь. Вот. Но когда я начала, конечно, все это собирать, и когда я подняла все свои заначки, скажем так, и нашла какие-то этюды, сама была удивлена, вспомнила, что, оказывается, я когда-то это писала. А вдохновение художник черпает из природы. Говорит, что частенько пишет картины в Лаганаке, куда приезжает на отдых с семьей. Параллельно занимается дизайном интерьеров. На следующую выставку планирует привезти не только холсты, но и проекты, ведь на счету их уже более 80.